непосреднасць, артыстызм і унікальны голас нельга не звярнуць увагу. Злата Рыжыкава – лаўрэат шматлікіх музыкальных конкурсаў, міжнародных і рэспубліканскіх. З чарговага «Маладзічок 2017» магілёўчанка прывезла дыплом першай ступені і ганаровую грамату Саюза кампазітараў Беларусі за песню беларускага аўтара Васіля Буйніцкага «Адкрытыя дзверы». Сделали в этом году такую интригу. Собрали в июне опять детей, победителей, самых-самых лучших, и среди них разыгрывался обладатель гран-при. И вот Злата стала победителем. Пераможной для Златы стала джазовая композиция Эллы Фиджеральд. Юная спевачка кажа, это я ей песня-талисман, якая провела до перемоги не у одном конкурсе. Для меня было самым главным вот выступить на 100%, что я, в принципе, сделала. Я была собой очень довольна, то есть как первой песни, так и второй я выступила, и вот для меня было самым главным, что вот я именно вот хорошо выступила. А как там уже все сложилось, это вот заслуга жюри. Фестиваль у «Маладзічна» стал поспяховым и для магілёўчанкі Ганы Трубяцкой. Яна атрымала першае месца сярод вакалістаў у конкурсе маладых выканаўцаў эстраднай песні. Ірына Бардзілоўская, Юрый Аласоў, навіны рэгіёна.